Добро пожаловать на канал HardRazet.info. Перед нами устройство Redmi Note 11, и сейчас я покажу вам, как на этом устройстве записывать видео с экрана. Для этого мы с вами открываем шторку быстрого доступа, и здесь есть кнопка записи видео с экрана. Если мы будем нажимать и удерживать эту кнопку, мы перейдем в настройки. Здесь мы можем изменить разрешение экрана, вернее, разрешение видео, качество видео, то есть его битрейт, ориентация, автоматическую можно поставить, источник звука, откуда будет записывать звук, из системы, с микрофона, либо без звука. К сожалению, двойной звук выставить нельзя на этом телефоне. Фиксированная частота кадров, может быть, да, чтобы она не была динамическая, чтобы не скакала. Так лучше сделать. Ну и выбрать 24 FPS, 15 FPS, 30. Пусть будет 30. Завершать запись при блокировке экрана, то есть, чтобы не нужно было лезть в шторку быстрого доступа и отключать запись экрана, а чтобы можно было просто заблокировать экран, и запись закончится. Показывать касание и жест, это прикольно. Показывать нажатие кнопок, это тоже круто. Ну и все. Ну и по сути все. И теперь просто включаем запись. Настроили и теперь включаем. Нажимаем на кнопочку начать. И все, запись видео с экрана пошла. Пошла. И теперь там, не знаю, делаем все, что хотим. И после этого там нажимаем все, что нужно. Видим, когда мы нажимаем, у нас подсвечивается кнопочка «Домой», кнопочка «Меню», кнопочка «Назад». Эти кнопки не под... А, даже тоже подсвечивается. Прикиньте, уменьшение громкости, увеличение громкости. Все подсвечивается. Круто, реально. Ну и потом просто нажимаем на кнопку питания, чтобы завершить. Если выставили в настройках, либо на этот квадратик. Давайте проверим кнопку питания. И теперь наше видео. Все, оно закончено. Можем закрыть запись видео с экрана. И в галерее вот у нас появилось вот такое вот видео. Нажимаем разрешить. И видим, что все, что мы записывали, все здесь есть. На этом все. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. До свидания.